Здравствуйте, друзья. У нас в гостях Светлана Каф. Вы ее хорошо знаете. Те, кто смотрит наш канал. Светлана работает миграционным адвокатом в Сан-Франциско. И там все координаты, которые обычно во всех наших видео мы там даем в описании к видео, мы тоже дадим. И у меня много вопросов, которые ребята задавали, 5 страниц. Я, надо сказать, некоторый труд такой произвел по сортировке, потому что были вопросы, не совсем относящиеся к компетенции там иммиграционного адвоката, были вопросы такие большие, что мы просто при всем желании не можем их задать, это очень-очень такие, на 10 минут там прочесть. Поэтому того, что осталось, значит, 5 страниц. И давайте я начну с вопроса, который частенько задают, значит, в вариациях разных. Вот есть такой вопрос, говорят, а все-таки как вас реально, ну, найти, вот выйти на контакт, потому что, говорят, вот я звонил, оставлял месседжи, я писал, я там что-то такое, и вот это неоднократно. Я понимаю, что сейчас адвокаты миграционные очень заняты, и я знаю, по выходным иногда работаете, да? Да. Все-таки есть какой-то надежный способ? Или просто такой завал сейчас, что просто какое-то время и надо ждать? Или еще как надежно вас, можно сказать, ну, выйти с вами на контакт? Ну, кто очень старается, выходит с нами на контакт. Можно и написать на электронную почту, и позвонить в офис. Те, кто делают то и другое, обычно в течение где-то 1-2 суток выходят с нами на контакт. Бывают такие ситуации, когда приходится 2-3 дня подождать, и ну, просто так бывает, потому что мы заняты, и даже если у нас несколько сотрудников в офисе, и кто-то из моих сотрудников перезванивает, все же люди очень часто хотят связаться конкретно со мной, поэтому просто нужно подождать. Дело в том, что все же приоритет отдается нашим нынешним клиентам, поэтому если звонков много в какой-то день или писем много, то в первую очередь мы отвечаем нашим клиентам, а потом мы отвечаем новым людям. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения и просто подождите несколько дней. Если очень срочно, тогда и напишите в электронную почту, и позвоните, и мы стараемся максимально быстро вам ответить. Другой вопрос из этой серии. Спрашивают, если срочно нужна помощь. Ну вот, допустим, там задержали где-нибудь на границе, и вот нужно срочно. Вот есть такое? Ну, есть такое. Просто тоже зависит от того, что мы делаем в этот момент. То есть не волнуйтесь, если вы нас потеребите несколько раз. Если что-то срочно, можно и позвонить, и написать, можно несколько раз позвонить. Лучше всего, когда звоните, оставить сообщение голосовое и сказать имя, фамилию и как с вами связаться. Вот. И мы стараемся максимально быстро ответить. Но бывает такое, что, к сожалению, уже что-то срочное происходит у нас в офисе, и мы не можем среагировать на срочный вопрос. Опять же, в первую очередь мы стараемся помочь нашим нынешним клиентам. Вот, поэтому все равно обращайтесь, если нужно что-то срочно или не срочно, и мы стараемся максимально быстро вам помочь. Ну, давайте по вопросам тогда. Давайте. Вот семья, они задумываются идти по политике, думают идти по политике, но у них ребенок инвалид по зрению, и в дальнейшем это приведет к слепоте, его диагноз не лечится, вот они пишут. Может ли это быть причиной отказа в политическом убежище? То есть у них опасения, что по здоровью. Есть какие-то, вообще какая-то связь есть между здоровьем и отказом по политике? Знаете, это может звучать для вас странно и абсолютно нелогично, но из практики видно, что когда проблемы со здоровьем, и их много, то наоборот шансов больше получить статус, чем получить отказ. Поэтому в ситуации, когда кто-то болен, особенно если это касается детей, если у вас другие факторы, которые нужны для доказательства беженства, присутствуют, то у вас больше шансов получить статус, а не меньше. Так, интересно. Хорошо. А вот теперь у тех же людей. У старшего члена семьи, нет, ему 51 год, нет свидетельства о рождении. Оно утеряно уже 30 лет назад. За почти 3 года они делали 7 запросов на дупликат, но без ответов. Значит, Казахстан Украине не отвечает. То есть, видимо, он родился в Казахстане, а живут они сейчас, значит, где-то в Украине. Остальные документы в полном порядке. Паспорта, дипломы, права и так далее. Отсутствие свидетельства о рождении будет критично или стоит пытаться и так далее?
Отсутствие свидетельства о рождении не будет критично, но желательно его восстановить или хотя бы восстановить копию. Но есть люди, у которых все утеряно, они все равно получают статус. Просто зависит от ситуации. Если вы доказываете свою национальность только на основе свидетельства о рождении, тогда это будет критично. А если это не на основе только вашего свидетельства о рождении, тогда можно решить вопрос без этого. Я знал парня, который при переходе мексиканской границы, он голый пришел, там у него все поотнимали, голый. И, ну, фактически, и тем не менее нормально, то есть это прошло какое-то время назад. Да, я думаю, что это решаемый вопрос. Вопрос по разводу и кейсу по политике. Мы с мужем подались на политику, главное в кейсе я. На интервью нас еще не приглашали, и муж хочет развестись. Ребенку 5 месяцев, рожден в Америке. Муж, чтобы не платить алименты, хочет улететь в Украину. Поскольку процесс развода – дело затяжное, то как быть уверенным, что муж будет ребенку платить алименты, ну, это уже отдельный вопрос, и разведут ли нас на расстоянии, если он улетит? Окей, здесь много разных вопросов. На расстоянии развестись можно, алименты – тоже отдельный вопрос. Ваш вопрос, который касается моей, как бы квалификации моей, как сказать, возможности вам помочь, это то, что касается, что будет с вашим делом по статусу беженства, если муж основной заявитель и вы разведетесь. Значит, вам нужно срочно подать заявление от себя и указать, что вы отдельно живете или в разводе. А кому подать? Обратно подать. То есть, если вы сказали, что заявление было подано на беженство, да, и хотят развестись, то есть нужно от себя подать заявление новое. И снова заново податься? Да, если будет развод, потому что до получения развода, если статус не получили, тогда пропадет ее заявление. Поэтому нужно подавать от себя тогда еще одно. А может замужняя женщина подавать от себя лично и не включать мужа, там, ну, ребенка она включит? Конечно, может. То есть ей нужно просто указывать, что она в процессе развода и что она подает поэтому, даже если это позже, чем надо. Это как бы основание, чтобы подать отдельно от себя дело. Иначе, если разведутся, то она ничего не получит. Вот, Светлана, коварный вопрос к вам. Как подготовиться к консультации со Светланой? То есть, я так понимаю, что человек хочет взять там консультацию в скайпе. И, значит, чтобы обсуждение прошло максимально эффективно и результативно. Прежде всего, для дальнейшего сотрудничества и получения политического убежища. Дайте, пожалуйста, советы. Может быть, нужно самому для себя ответить на какие-то вопросы, собрать информацию. Я, знаете, только что еще хочу сказать. У меня дочь, вот она такой корпоративный адвокат, и она там по бизнесу с людьми беседует. И я ей говорю, что самое сложное? Она говорит, ты знаешь, говорит, самое сложное – это когда вроде уже все рассказал, видео повесил, на сайте статьи повесил. И приходит человек, и 70% времени уходит на то, чтобы рассказать ему то, что ну, уже жалко время, и деньги его жалко. Ну что же так вот? Вот у вас нет такого? Если честно, нет. И я хочу, чтобы люди, ну, которые к нам обращаются, клиенты потенциальные, меньше всего волновались о том, как им нужно подготовиться, потому что не только вы задаете такой вопрос, очень часто люди пишут, а что нам делать, как подготовиться, что вы требуете там, от нас и так далее. Если честно, но абсолютно ничего не требую, и вот просто это не собеседование на устройство на работу, и вам ну, абсолютно ничего не нужно готовить, то есть если вы уже какие-то вопросы имеете, которые у вас накипели, то есть вы можете их просто записать, если вам будет проще. А если вы абсолютно не знаете, что спрашивать, но хотите консультацию, то вопросы просто буду задавать я, и у вас тогда появятся наводящие вопросы. Вот. Поэтому вам не нужно вообще никакие вопросы особо готовить. Вам просто нужно понять, что вы заинтересованы в каких-то иммиграционных процессах, то есть вы хотите эмигрировать временно или постоянно, и все. И все остальное делаю я. С кем эффективнее вот, общаться? С тем, кто начитался на форумах, там, на сайтах разных, или с тем, кто просто пришел у него и вот говорит, есть такая проблема? Если честно, я все равно как бы строю. Все консультации разные, и люди разные, да, и ситуации разные. Это не имеет значения, если человек начитался всего или вообще ничего не знает. Знаете, что важно? Важно то, чтобы человек доверял моему совету и ну, как бы прислушивался к тому, что я говорю, и просто, наверное, понимал и переваривал ту информацию, которую я рассказываю. Это не важно, начитались или нет. Те, кто начитались, они просто будут совсем другие вопросы задавать.
И консультация может быть касательно беженства или касательно, скажем, визы там, или грин-карты по экстраординарным способностям. То есть у людей будут совсем разные вопросы. Поэтому мне просто важно, чтобы был диалог, и чтобы человек, естественно, уже заплатил, заинтересован в этой консультации, просто чтобы был диалог, и чтобы человек чувствовал себя спокойно, и чтобы человек понимал, что все конфиденциально, да, и что я на их стороне, и что если они уже решились на консультацию, что они могут мне рассказывать правду. Очень важно, чтобы люди... Я понимаю, что как бы менталитет людей... Ну, люди боятся иногда какие-то вещи рассказывать, они думают, что иногда нужно ответить на вопрос так, как бы надо было бы на него ответить, чтобы он был правильным, этот ответ, а не правду. То есть для меня очень важно, чтобы люди... которые обратились ко мне как адвокату, специалисту и человеку на их стороне. Я же не представитель от государственных органов. Я частный адвокат, который пытаюсь помочь людям получить статус, а не наоборот. Поэтому для меня важно, чтобы человек, неважно, имеет он вопросы заранее или нет, чтобы говорил мне правду. И как бы реально мне сказал, что он хочет, то есть какие планы или он, или она. Вот. И тогда я могу реально этому человеку помочь. Вот и все. Какие ошибочные действия при въезде в США по туристической визе, значит, человек может совершать? Такие, что его заподозрят в иммиграционных намерениях. У нас там есть еще один вопрос. И там люди, они говорят, что вам писали там письмо на эту тему, как они приехали в Чикаго, там всей семьей долго визы получали, и их оттуда завернули и отправили обратно, да? Вот Марат там у нас кивает головой. Вот там, то есть какие-то действия, глядя на вас, люди скажут, а это что-то они какие-то явно не туристы. Вот какие ошибки бывают? Вот еще тут я... Ошибки в аэропорту или ошибки при подаче на визу? Нет, в аэропорту. Еще раз давайте. Значит, какие ошибочные действия при въезде в США по туристической визе не стоит совершать, чтобы не заподозрили в иммиграционных намерениях и не развернули назад, не пустив в страну? Просьба ответить подробно. В том числе, чего нельзя делать при покупке билетов, бронировании отеля, что можно в каком количестве везти с собой, можно ли взять билеты только в одну сторону, можно ли забронировать отель, а перед вылетом от него отказаться? Ну, конечно, можно. Господи. Хорошо, я поняла. Что может послужить признаком иммиграционных намерений при въезде в США, не хотелось бы, чтобы развернули на границе? Окей. Во-первых, войдите в образ туриста. Представьте себе, что вы реально турист. Вот, билет покупайте в оба конца, проплаченный. Если вы сделали только бронь назад, есть маленький шанс, что могут проверить, то есть позвонить в авиакомпанию прямо в аэропорту и проверить, у вас проплаченный билет обратно или нет. Поэтому билеты должны быть проплачены в оба конца, желательно не ехать надолго, вести с собой вещи по сезону, денег не больше 10 тысяч наличными на семью, не на человека, а на семью. Потому что даже если вы имеете много денег, вы можете эти деньги иметь на карточках, хоть 10 карточек. Их не нужно нигде декларировать, но денег нужно вести как бы в пределах разумного. Гостиницу можно забронировать за пару дней, на пару дней всего лишь, не обязательно ее бронировать на все пребывание, потому что у вас могут быть планы взять машину в прокат и куда-то переезжать или даже перелетать. Вот. Но иметь какой-то план, куда вы будете ехать, и опять же, вещи по сезону, документы с собой не везите никакие, кроме загранпаспортов, там, если вам что-то нужно по медицине везти, ладно. Но просто реально ведите себя как туристы. Представьте себе, что вы едете куда-то в отпуск, не знаю, там, в Европу, и что бы вы с собой везли в таком случае. Вот, и вот так, и все. Я думаю, что если вы хотите индивидуально поговорить конкретно о своей ситуации, можно сделать личную консультацию, но, в принципе, общие правила. Вот, билеты покупайте проплаченные в оба конца, много денег не везите, лишние вещи тоже не везите, куча подарков, ну, смотря кому и там что вы везете, на продажу в Америку тоже не везите ничего. Жостовские подносы вот, в наше время везли. Ну, как бы у вас должно быть все нормально, вот, просто ведите себя спокойно, не нервничайте. Та семья, вот, о письме, которой, значит, я говорил, и там отдельно вот этот вопрос есть, они спрашивают, узнаете у Светланы, есть ли у нас какой-то шанс после того, как нас завернули, и вот хоть какой-то шанс у нас есть вот приехать обратно, визу получить, ну как-то вот. Если честно, мне нужно посмотреть конкретно, какие были факты и почему этих людей завернули. Факты, то есть... им сказали, вы не выглядите как люди,
с отсутствующими иммиграционными намерениями. То есть вы выглядите как люди с иммиграционными намерениями, поэтому либо вы сейчас отправляетесь в иммиграционный суд, либо там и домой там детей заберем, а разделим, они сказали, это невозможно, и они говорят, ну тогда езжайте обратно, и там можете снова подать на визу, если захотите. Но там им, по-моему, они же подавали, им отказали. То есть их и не пустили в аэропорт, развернули обратно и визу перекрыли, да, тоже? Да, или визу да, не перекрыли? Аннулировали визу. Вот нужно говорить с ними все равно лично, потому что, если честно, я не помню точно, что было в письме и по какой причине людей развернули. То есть их могли развернуть по причине того, что у них было много лишних денег с собой, что у них не было билетов обратно, что они просто не знали, куда едут, зачем. Может быть, они что-то не то сказали. Может быть, у них было много вещей, много документов каких-то. Нужно знать конкретно, почему их развернули, как бы что послужило причиной для того, чтобы вот так с ними себя повели. Потому что, если честно, это очень редкий случай, чтобы такое произошло. Но вот если не сделать то, что я уже сказала, то могут развернуть обратно. Поэтому нужно посмотреть, что было причиной, и в следующий раз просто это исправить. Но это лечится такое? Может быть, по отдельности съездить. Может быть, имеет смысл, допустим, одному родителю с ребенком съездить и вернуться обратно, и потом получить визу опять. В принципе, ну, почти все лечится, просто нужно узнать, в чем была причина первая. Хорошо. Так, идем дальше. Светлана, если с вами сотрудничать и подавать на политическое убежище в другом штате, вы также готовите своих клиентов, как и в Сан-Франциско, репетиции, там, к интервью, проработка там, и так далее. На самом деле там было много вопросов вот об этом. Вот если я живу во Флориде, может ли вы там вести мой кейс, и как это будет происходить, как мы подпишем контракт, как это все происходит. Вот такие были вопросы из других штатов. То есть вы в Сан-Франциско, они еще где-то. У нас сейчас больше половины клиентов не в Сан-Франциско, поэтому уже это довольно такой привычный процесс работы для меня, для нас. Значит, что происходит, если вы не в Сан-Франциско? Единственная разница – это разница финансовая. К моменту собеседования вы оплачиваете мой перелет и одну ночь в гостинице. И так как это в последнюю минуту практически покупается, потому что вы узнаете о дате собеседования за примерно 2,5, максимум 3 недели, то нужно покупать билет вот в последний момент и бронировать гостиницу. То есть у вас, если вы, например, живете на одном побережье, а мы на другом, то это может обойтись долларов 700 или 800 дополнительных, кроме общей работы со мной. А все остальное, в принципе, ничего не меняет, потому что договор я отправляю вам по электронной почте, вы можете его распечатать, подписать и послать почтой обратно, или вы можете его просто сфотографировать или отсканировать и подписанную страничку прислать мне в электронном виде. Если честно, люди, которые живут у нас в Сан-Франциско районе, некоторые тоже не приезжают к нам в офис, а делают это все по почте или по электронной почте. Все репетиции проходят по скайпу. Поэтому, в принципе, разницы нет, вы находитесь в Сан-Франциско или не в Сан-Франциско. Единственная разница – это в том, что вы оплачиваете мой прилет через пару лет к моменту собеседования. Является ли действительностью или там правдой новость об отмене грин-карт по религиозной визе? То есть, видимо, было какое-то где-то сообщение какое-то. Вы слышали что-то? Если честно, что-то слышала, что были разговоры, что, может быть, что-то поменяется касательно религиозных виз, но пока такого закона не было. Религиозные визы очень редко вообще используются, потому что практически никто под эту категорию не подходит. То есть были разговоры на эту тему, пока новых законов нет. Я вот сейчас, находясь в России и смотря много видео по иммиграции, переживаю, что когда я буду получать турвизу или подавать на политику, мне скажут: а ты же к этому готовился, часами в Ютубе по этому поводу сидел. Или вообще, турвизу не дадут, скажут: мы смотрим, что ты на Ютубе изучаешь, ты явно эмигрировать хочешь. Может, я не знаю, почистить историю в Ютубе и соцсетях и за годик до переезда стараться изучать все инкогнито? И я не параноик. Ну, как бы, если честно, это хороший вопрос, но ни у кого пока не было проблем вот с тем, что они смотрят информацию на YouTube или переписываются, или в блогах что-то пишут. Практически ни у кого из иммиграционных работников нет времени этим заниматься. Я бы не переживала на эту тему, но как бы, если вы хотите убрать какие-то конкретные переписки по поводу иммиграции, вы можете их убрать, вот, но
Я бы не имела бы паранойю как бы касательно этого, потому что люди просто смотрят как бы как информацию. То же самое, если вы участвуете в лотерее, это не считается иммиграционными намерениями тоже. Вот, подал я на политику, жду собеседования, получил Social Security Number через полгода. Ну и что мне, что собеседовано через 3-5-100 лет? Я же уже в Америке, работаю, в чем я ограничен? Только не могу на историческую родину съездить, да вроде и не надо. Я же так понимаю, я даже могу съездить хоть куда, кроме опять же исторической родины. Тут он немножко заблуждается, да? Что мне еще не дано до успешного собеседования? Вот в чем ограничение человека, пока он статус реально еще не получил, только он в подаче? Ограничение только в том, что вы не можете выезжать за границу никуда. Ни в свою страну, ни в любую другую страну. Ни в Канаду, ни в Мексику, ни на какие круизы. То есть у вас есть целый ряд плюсов, право на работу там, и так далее. Вы можете покупать недвижимость, машину, открывать бизнес, летать по Америке. Вы только не можете выезжать за границу и воссоединять родственников. Это вот единственные минусы. Я на самом деле подумал о том, что здесь есть люди, которые нелегально живут десятилетиями. Сегодня я читал Pew Research Center, там они периодически делают иммиграционные такие. И они дискутировали по поводу иммиграционной там, программы Трампа, и они говорят, что вообще наплывы иммигрантов такого вот, что, допустим, через границу прут. Говорят, где-то прут, где-то уходят, там, в зависимости от разных ситуаций. И дальше они говорят, что из 11 миллионов нелегалов 2/3 в стране находится больше 10 лет. 2/3. И 4 миллиона из 11 имеют детей и граждан США. Поэтому вот люди живут, то есть у них и права на работу-то нет, и ничего нормально там. Ну. Некоторым людям даже нравится, что у них нет права на работу, потому что они все делают за наличные, покупают дома, приходят с чемоданом денег, вот, так что дети учатся в Стэнфорде, в Гарварде, вот, все нормально. Так, могут ли полиглоты претендовать на визу О1? Это для одаренных, да, там? Extraordinary. И сколько языков нужно знать, если можно? Смотрите, просто потому что вы полиглот, не значит, что вы экстраординарный, потому что полиглотов много. Не знаю, если вы знаете там 15 языков, вы попали в книгу рекордов Гиннесса, наверное, тогда вы реально экстраординарный. Вот. Есть критерии, которые нужно доказать, если вы знаете несколько языков, в чем ваши заслуги. Просто потому что у вас эти навыки или как бы заслуги есть, это не значит, что вы подходите под визу О, потому что вы должны еще показать, какую пользу можете принести Америке и почему вы поднялись на топ, то есть как бы на высших несколько процентов людей в вашей же сфере. То есть это как бы начало для того, чтобы подготовить такое дело, но это не значит, что это стопроцентная гарантия и максимума или минимума количества языков нет. У нас 3 ребенка. 2 родились в США. Есть паспорта США. Имеют двойное гражданство. Видимо, у детей есть, да? В связи с нынешней политикой в РФ и американофобией в обществе, мы боимся за их жизнь. Вопрос. Это может быть основанием для политического убежища? Это может быть, я поняла, что спрашивают. Это может быть один из факторов, почему вы не можете вернуться обратно, потому что дети родились в Америке, и у них американские паспорта. Могут ли их как-то притеснять, если вы вернетесь обратно в Россию из-за того, что у них американское гражданство? Это может быть один из факторов, но это не единственный фактор, который вам даст возможность попросить статус беженца. А если у меня дети родились в США, я не могу с ними воссоединиться? Почему мне надо на политику идти? Ну, им надо, должно быть 21 год, если они маленькие. У них паспорта есть, только они маленькие, я понял. Если ехать по туристической визе с целью остаться по политическому убежищу, могут ли при въезде по багажу, такой похожий вопрос, заподозрить в иммиграционных намерениях? Ну, вроде мы говорили, что да. Можно, поэтому нельзя везти ничего, кроме как вещей, которые вам нужны как туристу. Да, отлично, мы фактически уже ответили. Меня интересует вопрос политубежище для несовершеннолетних. Как быстро будет рассмотрен кейс? Может ли его сопровождать бабушка? Или он должен быть в стране совсем один? В случае позитива семью с ним воссоединят, в случае положительного решения, в случае отказа, есть ли возможность бороться дальше?
Детей до 14 лет вызывают в самую первую очередь, до 18 как бы следующие. Вот что касается как бы несовершеннолетней, в плане подачи документов самим, как бы это дети до 18 лет. Вот. Если ребенка вызывают в первую очередь, то есть если дети приезжают без никого, их вызывают в первую очередь. Если отказ, то то же самое. Их в суде назначают раньше, чем взрослых, и ну, детям как бы склонны все-таки давать статус больше, чем если это приезжают взрослые люди. Бабушка как бы может сопровождать, но нужно знать конкретно, что будет в истории ребенка, как бы что там в деле, где родители и так далее. Воссоединить родителей можно, когда ребенку 21 год исполняется. Угу. Но нужно тогда объяснить, где родители были, почему они не поехали с ребенком и какие были, как бы чтобы не было противоречий в истории ребенка, почему ребенок приехал один, с тем, почему ребенок воссоединяет родителей позже. Дочь получила гражданство США год назад. Вопрос: как нужно начинать оформлять воссоединение семьи? Мы с женой думаем приехать к ней. Вот первый шаг, да? Значит, есть родители, есть дочь. Если вот меня бы спросили, я бы сказал, а пусть дочь сходит там к иммиграционному адвокату там и спросит на месте, если она хочет их воссоединить. Но, а вот вы же иммиграционный адвокат. Вот какой первый шаг? Можете сначала вопрос начать? Давайте. Дочь получила гражданство США год назад. Вопрос. Как нужно начинать оформлять воссоединение семьи? С родителями? Да. Как нужно начинать? Если дочери больше, чем 21 год, тогда зависит от того, где находятся родители. Они находятся в Штатах или они находятся за пределами Америки? Наверное, они находятся за пределами Америки. Тогда, ну, как бы это чисто такой административный процесс. То есть документы проходят через три разных инстанции. Это подается как бы часть документов в иммиграционный офис. Потом их рассматривают, потом документы переходят в такой офис, который называется National Visa Center, там тоже какие-то требования, дополнительные документы подаются. И потом следующий этап – это собеседование в иммиграционном в посольстве американском. Поэтому три стадии. Можно самим все подавать, прочитать в интернете инструкции или можно обратиться к адвокату. Я из Украины, город Донецка. Моя жена русская. Мы находимся в России. Хотим попросить политику в США, то есть, видимо, жена гражданство Российской Федерации имеет, а он Украина. Не будет ли это проблемой, то, что мы живем в России, но политику хотим попросить на моем основании? То есть, они приезжают сюда из России, а он по украинским делам хочет получить политику. Это такое распространенное дело, когда приезжают муж и жена, то мы смотрим, кому выгоднее подавать. То есть точно так же, как если вы будете подавать на лотерею, вы смотрите, от чьей страны отталкиваться, да? Вот, поэтому в зависимости от того, где у вас гражданство и кто где родился, если гражданство в разных странах, то есть мы просто смотрим по тому, как дело построится, кто будет основным заявителем, как бы от кого выгоднее подавать документы. Человек едет через несколько стран автостопом в Америку. Вот он едет. Одна страна, другая, Аргентина, там, я не знаю, там Мексика, приехал в Америку. Путь легализации политиков. Могут ли возникнуть проблемы при подаче документов на интервью, так как слышал, что просить убежище должен в первой стране, в которую попадаешь из своей страны? Это не совсем так. Если вы просто проезжаете проездом, то вы не должны там просить статус, и максимум вас спросят, почему вы не попросили статус, скажете, не знал, проезжал, и все. То есть это не почему будет. В Мексике не попросил? Да, то есть так. Не знал, не успел, и там не было легальной возможности находиться и так далее. Как происходит подтверждение опыта работы для визы H-1B? Работа по контракту учитывается. Как происходит подтверждение? Может быть, он работал, знаете, как там, по-черному там или как-то? Окей. Как можно подтвердить опыт работы? Как бы человек пишет резюме, то есть, по идее, это никак не подтверждается. Вы берете письма от работодателей. Если у вас есть подтверждение того, что получали зарплату, вы представляете это. Но самое большое подтверждение – это обычно письмо рекомендательное от работодателя. То есть даже не налоговая декларация там? Ну, смотря что у вас есть. Если вы работали неофициально, смотрите, это не очень хорошо как бы говорить, что вы работали неофициально для получения H-1B визы, по идее. То есть в идеале у вас будет документация, которая да, покажет, что вы получали официально зарплату, платили налоги, плюс рекомендательные письма. Бывали ли в вашей практике случаи,
когда во время процесса тот, кто принимает решение, иммиграционный офицер, судья, считает, что доказательства неубедительны или вообще сфальсифицированы. Что происходило в таком случае? Ведь уже находясь в США, почти невозможно собрать дополнительные доказательства и подтверждения своего кейса. Как вообще иммиграционными офицерами проверяется предоставленная информация по запросу убежища в США? Ведь в случае кейса по политическим взглядам речь идет о закрытой информации другой страны, не очень-то дружественной США, сотрудниках полиции, прокуратуры, плюс внутренних документах, плюс события, произошедшие несколько лет назад на момент рассмотрения кейса. Вот как в такой неопределенности они принимают решение? Это тоже такой общий вопрос, потому что вы спрашиваете, что делать с документами, если их признали фальшивыми, плюс что делать вообще с другими документами, то есть откуда брать документацию вообще подтверждающую. Если документы признали фальшивыми, есть несколько вариантов. Один вариант сказать, что просто вы не знали, что они фальшивые. Другой документ сказать, что другой вариант это нужно, то есть как-то ответить на вопрос, что откуда вы взяли эти документы, почему вы представили эти документы. То есть как-то нужно, если честно, в индивидуальных случаях, наверное, консультироваться лично с адвокатом и решать конкретно в вашем случае, что вам делать с этими документами. Потому что я не думаю, что этот вопрос нужно обсуждать публично, конкретно что делать с этим. Вот. Но как-то нужно пытаться объяснить, почему вы этот документ использовали, знали ли вы о том, что он фальшивый или нет. А вторая часть вопроса, как достать подтверждение из страны, которая, может быть, не даст вам эти подтверждения, когда уже прошло какое-то время. Один вариант – это дать кому-то доверенность, чтобы вам документы какие-то достали, справки. А другой вариант – если абсолютно никак документы из, больницы или из правоохранительных органов нельзя достать, тогда единственные документы, которые могли бы достать, это, письма даже по электронной почте от людей, которые могут дать свидетельские показания. То есть это будет ваш выход из положения.